И к новостям культуры. Уроки классической музыки проведут для юных жителей Алтайского края, причем в необычном формате – театрализованных концертов. Их покажут в Государственной филармонии региона. Авторы проекта говорят, это проект, где серьезная музыка сопровождается рассказами, играми и приключениями. В программе произведения Моцарта, Бетховена и Глюка исполнят их симфонический оркестр под управлением Дмитрия Лузина и детский академический хор «Сентябринки» под управлением Инессы Грицай. Автор сценария Наталья Гончарова, режиссер, ведущий мастер сцены Краевого театра драмы Николай Мирошниченко. Всех желающих ждут в филармонии завтра, 11 апреля, начало концерта в 11 часов.